кое-что показать, что я сейчас обнаружила. В общем, мы были в Ашане на днях, и я увидела просто футболку, и думаю, мне надо дома обновить футболки. Взяла себе две. И сегодня иду, и думаю, мне так тут шкребет где-то в боку, так мне это колет все. Я думаю, сейчас я отрежу, как обычно я это делаю. А тут знаете, что интересное? Обычно все футболки пришиваются сразу к вот сюда, к ткани. И когда отрезаешь, вот этот сам шов начинает давить. А здесь, посмотрите, как они сделали. Они к куску ткани пришили. То есть я могу отрезать сейчас вот здесь, и мне не будет ничего приносить дискомфорт. Вот, видите? Я сейчас вот так отрежу по ткани. И мне ничего здесь не будет дальше давить. Вот и все. Сегодня у меня такой день уборки. Я сегодня что-то прибирала здесь. Стирала. Еще машинка у меня до сих пор стирает. Это остатки цветов. Здесь у меня стоят. Немножко радует глаз. И у нас будет цвести декабрист. Посмотрите. Против света сейчас не очень видно. Видите? Он сейчас будет цвести. Так здорово. Я прям жду, когда он расцветет. Прям событие у меня. Катались, переобуваемся. У меня сегодня был прям продуктивный день. Что эта решетка мне все лицо закрыла, ё-моё. Сам пошел ботинки мне принести, потому что я сижу здесь, машина там, а у него есть чехлы на эти, на коньки. У меня нет чехлов. Сижу, жду, когда он принесет мне ботиночки. Короче, я училась сегодня и задом ездить, тренировалась. И когда едешь, чтобы, когда едешь вперед, поворачиваться, и задом можно было ехать. И ласточку отрабатывала. В общем, у меня сегодня прям такой продуктивный день был на катке. Самое классное, что людей было мало, а в один момент вообще никого не было. Мы даже ехали в противоположную сторону. Но не как положено по льду, а в противоположку. А вообще, когда мы в эти ездили в Стегны на большой каток, там каждые полчаса объявляют. Теперь настало время поменяться. Останавливаемся, поворачиваемся и едем в другую сторону. То есть там каждые полчаса менялся круг. Вот так. Едем домой. Сегодня, кстати, вторник. Руслан говорит, что скоро потепление будет. Давай покатаемся, поездим. Ну, давай, говорю. Потом опять все растает, ё-моё. Всем привет. Сегодня у нас не воскресенье, всего лишь четверг. У меня просто велопрогулка. Холодновато, конечно. Утром вообще было минус 10 на градуснике. Сейчас вроде бы там что-то типа 0, но холодно, рука замерзает, поэтому я отключаюсь, еду на работу за Русланом. Ребят, всем привет! Наконец-то я добралась до своей кухни, одела свой фартук. Я его, правда, уже терпеть не могу. Я на самом деле хочу купить себе нормальный фартук в этом,
H&M Home называется, либо Zara Home, что-то такое. Хочу себе купить нормальный фартук, а этот уже выкинуть. Но за неимением нормального приходится готовить в этом. Сейчас пока чистила картошку, готовлю суп-рассольник. Вот мои огурчики буду открывать. Еще одна банка у меня осталась. Значит, это. И думаю, вспоминаю, значит. Помните, я вам рассказывала историю, когда Милена ездила на днях в Варшаву автобусом с классом и ее там укачала. Короче говоря, что было? Она, значит, говорит, но она все время сидит с Оливкой рядом, это ее подружка. И она говорит: Оливка, иди срочно к пану за пакетиком. Оливка пошла и говорит пану, типа, дайте пакетик Милене надо. А он ей, знаете, что говорит? Типа, ну что, она подождать не может, мы уже почти приехали. Она говорит: я на него смотрю, Оливка. Я, говорит, на него смотрю и думаю, что? Как, если человек хочет рыгать, как ему подождать, если у него это все выходит? Ну, то есть, она вообще не понимала, что значит, что она подождать не может. Вообще просто. Меня иной раз Милена какими-то, ну, просто вообще рассказами убивает. Я говорю: слушай, ваш учитель, говорю, участвовал в конкурсе на учитель года. Я говорю: да, очень интересно, победил ли он. Короче, готовлю суп. Готовлю рассольник с перловой крупой. Такой, но она как-то отличается от нашей перловки. Наша перловка покрупнее как-то, а это прямо она в пакетике, ну вот мелкая, как, знаете, как булгур, не знаю почему. В общем, хочу приготовить и поехать на велосипеде. Холодно, морозно, но а что делать, велосипед очень классно подтягивает фигуру и коньки, между прочим. Это прям вот, кто хочет заниматься, велосипед и коньки. Это вот очень классно будет. У Милены эта неделя начинаются каникулы. Будет 2 недели каникул у нее с 13 февраля. Поездки никуда не планировали. Ну, изначально мы хотели, потом по некоторым обстоятельствам отменили поездку. Точнее, отменили планы. Вот. А оказывается, 16 февраля прилетает моя сестра сюда, в Польшу, с Мальты, и будет здесь. Поэтому мы никуда не поедем. Ну вот, как-то каникулы будем как-то проводить. Итак, у меня, значит, на обед суп, рассольник. Я сварила макароны. У меня были только вот такие, это детские какие-то. И у меня было мясо, тушеное отдельно, чуть-чуть оставалось. И я просто все это соединила, хорошенечко сейчас так прижарю их. И будет такое вот у меня простое блюдо. И плюс мои помидорчики. Милена уже пришла со школы, положила себе и убежала. Помидоры вообще такие вкусные, у меня прям слюна по ним течет. Не могу дождаться. Ой, как вкусно, блин. Помидоры просто волшебные. Это просто волшебство. Ну и как же без блинчиков-то, конечно же. Сейчас вам покажу, какие блины у меня получились. Я их сначала жарила большими на всю сковородку, а потом стала жарить меньшим размером. Смотрите. Они такие получились у меня не, ну, знаете, не одинаковой формы, потому что тесто такое очень мягкое, за счет чего... За счет того, что... Вот, видите, они какие мягкие. Вот они, мягкие-мягкие. За счет того, что
В тесто я добавляла кипяток. То есть у меня было яйцо, чуть кефира оставалось, молоко, соль, сахар. И я разбавила мука, и потом я разбавила кипятком. И за счет этого вот попробуйте. А потом мне напишите, как у вас получились блины на кипятке. Ну вас, пойду я.